готовьтесь к бою, где никто не отдаст ни миллиметра ринга. Все будет по-взрослому. Ради голоса Украины она похудела почти на 50 килограммов. И говорит, что это только первый шаг на пути к большим победам. Настоящий борец Ольга Сивакова! Бросить петь в ресторане, выйти на большую сцену нашего проекта, ее уговорила мама. И подвести ее наша следующая вокалистка просто не имеет права. Вперед, в бой, Оксана Жорова! Зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считай дни, сжигая сердца. Любви все время мы ждем, как чудо. Одной единственной ждем, как чудо. Хотя должна, она должна. Это была песня из фильма «31 июня». Что случилось? Боже мой, что за слезы? Зачем? Но вы правильно спели, всегда быть вместе не могут люди, а это означает, что одна из вас, таковы правила проекта, должна будет покинуть этот ринг побежденной.